Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, зайдем на аренку и заберем свои награды. А именно 15 жриц, король, ядерный робот, трансформатор и 5500 монет. Ну что, давай быстренько с тобой. У нас новый сезон, бронза, в бой. Кстати, награда будет тени толкай. Это круто. Так, ну что, вот такая вот у нас армия. Я думаю, что... А в принципе, давай, давай попробуем быстренько тут забомбить. А что попробуем-то? Что попробуем? Тут опять же достаточно будет одного лишь самурая. Идет довольный. Да на, познакомься с дядей-самураем. Все, ты доволен? Бегут они тут. На-ка, отдохни чуть-чуть. Ты тоже отдохни. Сейчас один удар по замку и... Ну, ты сам понимаешь, да? Короче, замк кранты. Бамс. Все. Ну, это потому что, ребята, новый сезон. Это так всегда происходит. Переходишь на новый сезон. Естественно, слабые противники и все тому подобное. Ну что, друзья мои, у нас ежедневное испытание. Давай посмотрим, что у нас там вообще разыгрывается. Так, это что такое у нас? Так, погоди секундочку. Это у нас башня. Слушай, по-моему, мне такая башня нужна. Сейчас я уточню. Да, друзья мои, это вот она, башня. Башня Рощи. И я думаю, что стоит повоевать за нее. Так, ну, посмотрим, что у нас тут. Ох, йоу. Не кисло, я тебе скажу. Тут, блин, я даже не знаю, ребята. Там такой отряд элитный дали. Так, ну мы с тобой тоже возьмем мага-рыцаря. Возьму я, пожалуй-ка, ведьму. Мага-рыцарь, ведьма. Возьмем тоже баллисту. Хм, жрица мне не нужна. Что-нибудь надо другое. Возьму Ронина. Так, а башню мы возьмем с тобой, наверное, вот эту. И последнего. Кого же тут лучше взять-то последнего, а? Кого же взять? Блин, я даже не знаю, ребята, может быть, ниндзю? Или молотильщика? Давай молотильщика возьмем. Попробуем вот таким отрядом. Так, смотрим, что у него. Да, это будет эпично. Это будет очень, ребята, эпично, если он, не дай боже, быстрее меня вызовет. Друидку? То все, это будет трындец. Башня Рощи, насколько я помню, она сама себя хиляет. Угу. Тут, как говорится, кому быстрее повезет. Да иди ты. Оу, ну-ка. Так, это было замечательно. Ронин, будь добр. Шикарно. Да неужели победа? Рано радовался я. Рано, друзья мои, я радовался. Ну, рано радовался, а победа все равно за мной. Действительно напряженка тут. Так, ну что, мы получаем с тобой первую награду. 23 рощи. 23 карточки на рощу. Так, ну это только начало, ребят. Поэтому двигаемся дальше. Берем абсолютно такой же состав. Ни больше, ни меньше. Потому что, ну ты сам видел, там уже, хо-хо-хо, не до шуточек нам. Абсолютно. Единственное, что, возможно, я бы, наверное, не стал бы брать баллисту.
Потому что, ну, баллиста она тут не решает абсолютно ничего. А зарешал бы здесь, наверное, вот ниндзя. Рунин так однозначно здесь решает, очень даже неплохо. Возьму, наверное, здесь ниндзю. И... И тыквоголового. Нет, 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 нет. Молотильщика. Все, ребят, погнали. Второй этап. Вперед, как говорится, из песней. Можно, конечно, сразу же использовать Ронина. Выпустить. Но это, как по мне кажется, чушь. Вызовем, наверное, вот так вот. И сразу, наверное, ниндзю. Вот это, я понимаю, нормально сыграли. Так, а теперь кого там? Баллисту? Ну, баллисту сразу в топку. Ну, я думаю, что все тут уже... Всем и так все прекрасно ясно. Ах ты, жучара ты. Ты видел, как башня защищается? Каким-то фаерболом в меня бомбит. Я не думал, что у нее есть, а оказывается, да, вшпаривает. Так, получаем еще с тобой 13 карточек. Ну что, пойдем за последней партией карточек. Быстренько свой отряд собираем. Раз. Два. Три. Так, где у меня этот... 4. Так, берем ведьму. Тут даже мы без ведьмы, как ты уже успел увидеть, обошлись. Ну, ее на всякий случай все равно надо брать. Ну, а вдруг что-то пойдет неправильно? Вдруг из-под контроля все выйдет. И тогда, сам понимаешь, худо нам будет. Так что подстраховка всегда должна быть. Ну что, давай, поехали. Погнали. Так, вызываем, да? Мага-рыцаря. И сразу же тогда ниндзю. А вот это плохо. И Рунин у нас с тобой вышел. Еле-еле. Так, вот это, вот надо вырубать. А Рунин, ты что, не вышел, что ли? Вот так вот. Все, ребята, все шансы закончились. Все, что могли, мы с тобой здесь получили именно на этом событии. 8 карточек еще в плюсе. И идем с тобой на основную сюжетку. На основную сюжетку. Так, бой. Мы остановились на территории захватчиков, да? Прошли Нефритовую долину. До этого территория нежити была. То есть у нас с тобой территория захватчиков, потом идет нежить. Так, нежить и долина подданных. Окей. Так, здесь, значит, ползун плюс бородавочник. Ползун плюс бородавочник. А здесь надо брать... Ну, по идее, вот этот отряд здесь нужно брать. Потому что, ну, бородавочника надо, ребята, естественно, контрить. Понимаешь, да? Пускай тут хоть завылетает, хоть завыезжает, ё-моё. Нам, по большому счету, все равно. Двоих сразу, прикинь, просто взял двоих сразу и выкинул. Такие вот пироги, ладно. Все равно их накажем. Деньгу забираем. Так, нам бы еще бы одного половина, все. Это для контрольки.
Это для контрольки. Так, теперь у нас... Ну все, я думаю, что тут даже, ребята, и говорить не о чем. Сейчас мы их тут разберем. Шикарно. Первая победа за нами. Двигаемся дальше. Тут то же самое, только прибавляется еще жаба с пушкой. Ну, жаба с пушкой нам не особо страшна. Но все равно надо быть наготове. Выпускаем кракена. Так, и паладина. Вот, блин. О, смотри-ка, он оглушил его. Красавчик. А вот это плохо, ребят. Вот это, блин, плохо сейчас. Ты посмотри, что творит. Эй, иди сюда, ты достал там уже бомбить издалека. Никаких разбегов. Разогнался, побежал. Ох ты. Прикинь, что вытворяет. Вот так вот, ребята. Вот такие вот пироги. Здесь что-то как-то вообще... Что-то чересчур люто. Ну-ка, 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 давай, давай, родные мои, пробиваемся к замку. Он только сейчас начинал получать урон. Так, карточку заберем, молотильщика позовем. Друидка, что ли, позвать нам, а? На помощь. Не, не надо, справились. Да, ну, бой такой был довольно-таки тяжеленький. Я думаю, что сейчас фейлимся. Пробились. Так, давай дальше проходим. Здесь у нас еще появляется воблер. Собственной персоной, да? Ну, воблера лучше всего, ребята, контрить издалека. У нас нету дальников. У нас только лишь всадник на журавле. Но он далеко не, не сможет контролировать воблера. Эй! Ой, что я сделал-то? Что я делаю-то? Трындец, урон не получили, слава богу. Фух. Вот это нам повезло, друзья мои. Просто по-крупному повезло. Все, я, короче, делаю вот так вот. И вызываю друидку. Достало мне, наверное, все любоваться уже. Смотри, теперь у нас все с тобой вот эти работают идеально. То есть, когда получает отхил, у нас не какие-то там белые полосочки, а действительно показывает, что... Видишь, и руны теперь все работает. То есть эффект вот эти магические нормально теперь исправили. И это классно. Все, друзья мои, расписали. Причем довольно быстро. Так, у нас с тобой предпоследний, по-моему, этап. Блин, мне этот бородавщик уже достал. Если честно, я не могу из-за него взять другой отряд. Из этого бородавчика и... Тихо, ты куда собрался-то? Шпана. Фига, он половину за руки отнял. Я ничему не удивлен. Здесь, естественно, нам нужен будет всадник на журавле, как прикрытие. Бородавщик нет. Так, этот отвернулся, да? Жаль, что пилу не выпустил. Как же ты достаешь меня, а? Жаба с пушкой. Не могу прям. Так, ну-ка давай вот так сделаем. Всех, как говорится, в одну кучку оглушили. Нормально. Да все, все, все. Можешь даже не сопротивляться. Тебе там уже не выжить. Тебе уже ничего тут не поможет. Да, друзья мои.
победа за нами. Ну, а мы с тобой продолжаем последний поединок и забираем награды. Что у нас тут? Опа. С этим боссом мы не будем с тобой шутить. Я, наверное, возьму наш супер-пупер элитный отряд. Все уже знают его как облупленного. И кто-то мне там пишет свои составы отрядов. Ребята, на самом деле у меня все, что сделано, то, что взято, вообще считается по топчику, на самом деле. А лучшего просто не придумаешь. Ну, по крайней мере, из тех бойцов, которые у меня прокачаны. Так, ну что, жаба, на, получи. Ронин. Солидно. Наказал его. Так, у нас здесь и прыгун сейчас. Мы с тобой и этого-то позовем. И ультушку-то влупим. Ай, красота. И ведьмишку, если нужно будет, призовем. Да? Призовем ведьмишку. Если понадобится, конечно, призовем. Ну-ка. А вот, ребята, и... Ага. Естественно, у него есть вот этот вот... Напугать. А если мы вот так вот сделаем? Все. А тут ты тот. Разогнались они все, конечно. Все, последний удар. И победа за нами, друзья. Мне у ведьмы еще нравится на кончике ее колпака. Там паучок такой висит, ты видел? Прикольно смотрится. Ну что же, мы забираем с тобой награды. Вот что мне в этой игре нравится идеально, это графика. Мультяшная, чисто мультяшная графика. И самое главное, что нет никакой рекламы. Вот за это разработчикам огромнейший просто респект. Никакой рекламы. Ну, если ты, конечно, сам не захочешь посмотреть. Нет, ничего не навязывают. Вот это вообще круто. Так, ну что, ребята, нам выпадает пришелец, жаба с молотом и деньги. Переходим с тобой на территорию нежити. Ага, встречает нас голем плюс банши. Ну, с этими ребятами как будем с тобой разбираться? Наверное, через наш первый отряд. Вот через этот. Так, против голема пойдет у нас кто? Ну, естественно, наверное, самурай, я так понимаю, в первую очередь. Именно его отправим. Но голем будет посильнее, если честно. Поэтому сразу еще и воблера надо выпускать. Ой-ой-ой, что-то... Да ну. Не котируются, ребята, наши самураи, да прикинь. Заморозка. А вот теперь хорошо. Надо было просто прождать маленько и все. А дальше как по маслу. Плюс некро вызываем. Ну, тут уже бесполезно ему что-то делать. Уже ничего не поможет. Тут тотальное уничтожение называется. Все? Все. Рухнул замок. Ну что, друзья мои, мы двигаемся дальше. На вторую локацию. Вот она у нас. Так, а вот здесь прыгун. Мы обычно с тобой прыгунов контрим вот этим отрядом. Давай. Но тут только на один бой у нас. Сейчас именно они и будут, да, выходить? Голем? Так, друзья мои, что-то накладочка вышла. Я, честно говоря, не на это рассчитывал. Опа. Да ты посмотри, что банш творит. Как будто их усилили. Вот такое ощущение есть, как будто этих бойцов всех усилили. Ты смотри, что тут бежит, ребят. Так, голема я забрал. Урон нам не нанесли. Ускорение мы взяли. Так, стоим бы, стоим бы. Я уже про этого забыл. Нифига себе, сейчас бы он перепрыгнул бы и начал бы там куролесить.
третья локация. Здесь у нас когтистый, голем и плюс банши. Можно, в принципе, попробовать и вот этим отрядом, но мне кажется, вряд ли мы затащим. Вот этот возьму отряд. Тут очень много у нас, ну как много. Есть ниндзя-дальник, есть маг, тоже дальник. Прыгуна, слава богу, у них здесь нет, так что должно, по идее, все получиться. А первым выходит у нас кто? Голем? Голем на голем. Он сразу когтистого еще позвал сюда. Как ты вот сразу делаешь-то вот это все? Я не пойму, ребята. Ну, физически просто нельзя это сделать. Вызвать троих сразу. Понимаешь? Нельзя их сразу вытащить троих. Потому что у тебя элементарно не хватает это. Но он же почему-то все это может делать. Так, череп сейчас еще может полететь от этого чувачка. Нет, не полетел никуда череп. Давай быстренько к стеночке. Так, маг, ну как ты медленно там идешь, а? Ну что ты? Ну, запинываем. А кто? А, я уже хотел спросить, а кто молнии пускает? У нас же маг. Маг сзади молниями бомбит. Совсем забыл. Такой хотел уже удивиться. А кто, говорю, этими молниями там стреляет? Какой еще там Тор появился? Так, ну что у нас тут? Прыгун опять. Опять прыгун. Ну и как нам быть? Да. Я попробую, конечно, этой армией. Ну, слава богу, здесь дистанция хоть есть, да, какая-то длинная. То есть голем, если что, может прикрыть. Голем, да, ниндзю там взять. Это на худой конец. Вот, об этом я тебе и говорил. Ждем, ребята, ждем прыжка. Вот. Чем и опасен прыгун. Именно своей вот этой вот истерикой бесявой. И не забывайте, что он постоянно может выходить. То есть его нужно периодически, так сказать, контрить. Вот он опять вышел. Еще творит. Слава богу, у нас голем такой жирный, что так легко его не пробить. А это служитель тьмы, собственно, персона вышел. Теперь он делает эффект вампиризма. Перекачивает наше здоровье в здоровье своих бойцов. Так, оглушение. Замечательно. Прыгун просто попал под молнию. Но маг идет еле-еле-еле, друзья мои. Это, конечно, минус, огромный минус в скорости его ходьбы. Отлично. Победили? Победили в этом бою, но еще далеко не в игре. Последний поединок, ребята. Тут у нас старый воин. Дедушка Ау. Так его можно назвать. И я беру, естественно, топовую команду. И ждем. Офигли, ждем-то. Нам надо действовать, ребята, а не ждать. Поехали. Вот он сразу тут навызывал армию, так сказать. Ох. Да, когтисты, это, конечно, трэш. Красиво. Очень красиво это было сейчас все сделано. 3 секунды, и все у нас получилось. Да, друзья мои, мы победили здесь. Остается забрать нам с тобой сундук и перейти в следующий портал. Так, нам выпадает старый воин, зомби, камикадзе и 12500 монет. Ага, следующий портал. У нас еще долина подданных, оказывается. Так, это значит мечник плюс карманник, да? Мечник и карманник. Ох, даже не знаю. Чё, как тут будет быть-то, блин? Хм.
Да как тут сделаешь-то? Так, ты убьешь этого или нет? Эй! Ты прикинь? Ты прикинь, мы не справились. Просто не справились, поэтому я фейлюсь. Я в шоке был. Вот если хочешь верь, хочешь не верь, я был в шоке, ребят. Мы не смогли подбить бродягу, который был под мечником. Этот отряд фуфло, он не подходит. Этот тем более не подойдет. Вот этот топовый. Ну что, брать этот что ли? Ну давай возьмем, блин, на первую стадию, на разогрев, так сказать. Потому что тут короткая дистанция, тут надо сразу же, ребята, действовать. Вот и все. Ну что, Ронин, выходи. Погнали. Да и твою налево, он не побежал никуда. Еще и оглушили. Ну вообще смачно. Тут понятно, тут разговор короткий. Замечательно. Так, не забываем опять, ребята. Угу. Именно вот про это. Прыгун в ярости, естественно, это смерть всему, что попадает под его лапы. Он просто рвет и мечет. Так, ну что, здесь уже расстояние будет подлиннее, но тут крестяшка прибавляется. Тут прибавляется крестяшка. Ну что, придется нам голема. Естественно, голема, ребята, вызывать. Успеем ли мы? Вот в чем, блин, проблема. Успели. Да что там, блин? Так, вас дофигища-то. Справляемся, да, справляемся, ребята. Причем очень даже неплохо справляемся. Молния. Так, этот бродяга опять. Тут как тут. Ну и, в принципе, да, наверное, тут мы уже замок разнесем ему. Быстрее, чем этот бродяга дойдет до нашего замка, да? Угу, вот он упал. Все великолепно. Так, и мы продолжаем с тобой. Это у нас третий поединок. Опять бродяга, маг. Ну, ничего страшного нету, абсолютно. Бродягу контрим. Маг. Маг у нас... Блин, вот маг, что с ним делать? У нас тоже есть маг, в принципе. Чем мы переживаем? Рыцарь против голема. Да чтоб тебя, а! Ну, вызываем, конечно, вызываем, ребята. С этого, с молотом. Так, идем далее. А вот и маг. Хорошо, что мы его сразу оглушили. Оглушили и сразу же подбили. А вот это вот плохо. Сейчас... Эть, не получилось у него ничего. Хотел мне мага уничтожить, но голем за него заступился. Ничего себе, он там шпарит. Все, подбили. Подбили, друзья, и двигаемся на последнюю, по-моему, да? Нет, на предпоследнюю поединку. Так, здесь жрица, в принципе, ничего страшного нету. И вот здесь, кстати, можно взять спокойно уже вот этот отряд. Если мы успеем позвать некро с ее колобками, то, поверь мне, этому бродяге не поздоровится. Давай. Так, жрица, ну естественно, естественно, ребята, жрица, хил и тому подобное.
Бамс, ничего не помогает абсолютно. Так, где там у тебя? Я знаю, что сейчас будет. Вот он, разбойничек появился. Ты смотри, что вытворяет, а? Да. Быстро он мне что-то некро-то ушатал. Жрица хиляет. Причем очень солидно хиляет. Да ж хорош, там что происходит, эй? Две жрицы. Ну, не помогло им это. Да, тыквоголовые знают свое дело. Со своими массовыми атаками, конечно, могут делать чудеса. И победа. Да, ребята, игра стала идти намного лучше, без каких-то там косяков, прерываний. То есть разработчики допилили почти до идеала игру. Все недочеты, все вот эти вот, которые были раньше, косячки, они просто исчезли. Их не видно, понимаешь? Все конкретно работает. Магия, значит магия. Что-то там еще, значит кто-то там еще. Теперь практически ни к чему не придраться. Нет вот этих фризов, лагов, каких-то пиксельных там. Так, тихо. Блин, ребят. Ой-ой-ой-ой, у меня же этот не справится. А что делать тогда? Е! Воблер, красавчик. Воблер знает, что ты красавчик. Опять? Замечательно. Так, ну слушай, нам нужно с тобой, знаешь, что позвать, пока не поздно. Деда. Деда, именно старого воина. Так, а он вызвал короля. Так, давай-ка мы вот так сделаем с тобой. Давай, давай, Ну, старый воин, это есть старый воин. Ты против него ничего не сделаешь. Даже этот король ничего не смог сделать, ребят. Круто же, да? Такой, с дубиной еще, с такой офигенной. Все, ребята, победа. Безоговорочная. Единственное, что вот, да, вот это можно было бы еще отметить. Но я не знаю, так это должно быть или... Не знаю, ребята, вот видите, да? Тени. Так, ну что, мы с тобой прошли. Забираем награду. И переходим с тобой в портал. Так, эльф, копейщица, монеты. Так, ведьма. Трансформатор. Башня костей. Так, а что у нас тут в арене? Запрос. Плане. А почему так быстро-то? Я не понял. Ничего себе, тени толкания получаем 15 штук. Плюс, ох ты, женец. 11 карточек. Эльф, сакура и немножко денег. Прикинь, пока мы с тобой играли, у нас отыгралась арена. Погнали. Ну, ребят, здесь тоже ничего страшного не будет, потому что противник до сих пор еще слишком слабый. Ничего сделать он нам не сможет. И, естественно, одного самурая опять здесь будет достаточно. Ну, големы тут прикольно, да? Такие кулаки больше, больше, чем, я не знаю, больше, чем мой самурай. Тинь-тинь-тинь-тинь, такой еще мелкий. Как вспомнишь их, когда они были. Это еще их подкорректировали. По-моему, раньше они даже не так выглядели, немножко по-другому. Это сейчас все так плавно-гладко смотрится. Ты гляди-ка, башня-то атакует, сопротивляется еще. Из будущего. Прекрасно. Ну что, мы с тобой перешли на следующий портал. Так, погоди-ка, или я еще не зашел? Я не зашел в него. Фух,
Ну что, ребята, фабрика. Нефритовая долина. Долина подданных. Территория захватчиков и территория роботов. Фабрика. Погнали. Роботы, значит, да, собственно, персоны. Ну, я думаю, что роботы будут у нас на роботы. Хотя, наверное, ну, сейчас посмотрим. У нас есть фехтовальщик. Так, я жду. Вызываем. Так, вот здесь надо еще и фехтовальщика заодно позвать. Со своим крит-дамагом. Так, и... вот этого. Конечно же. Ну, фехтовальщик, конечно, круто. Кромсает, будь здоров. Так, ну-ка. Стоять, бояться. Просто рвут, смотри. Чуф-чуф-чуф. Крутой. Конечно, не такой мощный дамаг, как у Ронина. Но достойный, поверь мне. Достойный он наносит урон. Так, давай дальше. Переходим с тобой на вторую. Ой-ой-ой, а вот это вот уже будет похуже. Потому что здесь друзья-толкатель. Толкатель, ну это прям вообще не знаю. И если брать из всех роботов, наверное, Джаггернаут и толкатель — это самые топовые бойцы. Толкатель еще и массовый. Так, стоп. Ну че мой-то не выходит, блин? Вот сейчас, если он вызовет... А он вызовет его. Вот он идет, блин. Друзья, нам надо как-то продержаться. А как ты тут продержишься, вот скажи? И что-то начинает творить. Есть, клетка, точно. За счет клетки, друзья мои. Все у нас получилось. А если бы не клетка, было бы жестко. А так все хорошо. Мы еще с тобой возьмем грифу. И практически наш отряд уже неуязвимый. Потому что по грифону из них никто не попадет. Ни толкатель, ни репульсор, вообще никто. Ну а мы с тобой просто сейчас будем расстреливать их и забивать. Плюс еще вот так вот использовать. Четко? Конечно, четко. Так всегда и будет. Это второй этап, да, у нас получается. Отыгран был. Так, двигаемся дальше, третий. Вот здесь уже похуже, ребята. Здесь у них появляется робот с ракетой. Это такой противник, который бомбит по определенным целям. И не дай боже, наш воин будет стоять возле замка. Подожди, с какого перепуга у меня... Не понял я, с какого перепуга у нас этот... А! Уже все, ребята. Да подожди. А зачем я взял башню-то такую к себе? Я только сейчас... Да петрил, что у нас башня левак. Просто левак. Это для чего мне? Не понимаю. Хотя почему я не понимаю, ребята, все нормально. Что-то сам себя с панталогис. Все уже переиграл, называется. У нас башня. Башня как раз с клеткой так и должна быть. Просто она выглядит как будто не прокачанная. А на самом деле она топовая. Вообще, это вот что значит, ребята, не играть. Сколько там, наверное, месяца 3-4 в нее. Так, ну что, мы продолжаем с тобой нашу эпопею. Наши роботы, как всегда, на стрёме. 250, да? 250 плюс 150. Это получается 400. Пускай они вдвоем идут. Тебя вот сюда только не хватало, блин. Ну, блин, сейчас этот, естественно, ребята, погибнет. Клетка нам в помощь. Даже не думай ломать клетку мне тут. Опачки, тебе не толкай, пришел. Как он меня бесит, вот этот. Тебя не толкай, друзья мои, если бы вы только знали.
Один из самых гнусных тоже роботов. Клетка. Тыч. Мне что нравится в этой игре, что клетка. В клетку, ребята, можно поймать босса. И если его не освободить, он погибнет. Не в каждой игре срабатывают навыки на боссов. Везде там иммунитет, там резист какой-нибудь. Здесь же по барабану. Идет босс, поймал в клетку, все, извиняй, будь здоров. Забомбили, отлично. Так, сейчас идем на предпоследний с тобой поединок. А, последний даже. И здесь ядерный робот. Я даже не буду менять состав команды. Может быть, конечно, я сделаю большую ошибку, но я почему-то уверен в своих силах. Мне нравится его территория, этого ядерного робота. Просто химический завод, радиоактивный какой-то тут. Тут еще было бы прикольно, если бы из трубы там какая-нибудь гадость вытекала, да, там слизни какие-то там плавали. Ну, сам понимаешь, радиация есть радиация. Так. За счет, естественно, моего товарищика мы наносим колоссальный урон сразу же. Этого в клетку ловим. Блин, опять тени толкай. Да чтоб тебя, а? Фехтовальщик, конечно, крут. Я вам давно говорил, что он довольно прикольный чувак. И я, в принципе, не жалею, что мы его прокачали. А ядерный робот даже носа не вытащил. Испугался, одним словом. Ну что же, мы с тобой берем здесь награду. Сундук робота. Ядерный робот, 12 тысяч монет и трансформатор. Переходим с тобой на локацию Нефритовая долина, где нас встречает самурай и ниндзя. Против самурая и ниндзи, ну я даже не знаю. Вот этот отряд можно в принципе поставить. Ну, этот как-то под большим вопросом. Все-таки вот этот лучше я, наверное, поставлю. А в нем как-то больше уверенности. Так, что он там будет делать? Он будет вызывать ниндзю. Это факт. Естественно, сделаем вот так вот. Плохо, 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 ребята. Ну вот это вот вообще не в тему. А может, ты успокоишься там уже, а? Бомбить-то, наяривать. Давай быстрее, родной. Ага, ага. Шикарно. Ульта сработала, как говорится, как нужно. Ну а дальше все уже. Все, крышка. Если молотильщики, ребята, стоят у ворот, то пощады не будет. Вот тебе и итог. Так что двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Это у нас второй поединок. Беда в другом, ребята, что нам скоро играть неким будет. Ну что, этот отряд, что ли, брать? Я, конечно, могу рискнуть, попробовать, но почему-то мне кажется, что это, ну, беспонт какой-то. Вот именно этим отрядом играть беспонтово. Я, конечно, могу взять, призвать некро. Трындец, призвал, блин. Давай попробуем через воблера тогда. Так, сейчас еще ниндзя придет, да? Вон она уже бежит, блин. Так, ну-ка. Так, ниндзя, давай, хорош. Завязывай уже там баловать. И некро. И еще, естественно, один самурай. Так, выпускаем шипы. Точнее, ну ты понял, да? И еще одного, наверное, тыквоголового. И все. Больше тут никого не надо вызывать. Да, ты посмотри, некро просто колобков одного за другим швыряет. Без остановки. А у колобков, поверь мне, урон будет здоров.
Я дрался с ней, я знаю. Ну, дрался с ней. В общем, мы дрались, наши бойцы. Против некра, она, конечно, там щелкает их только шорох. Так, ну что, у нас... Блин, у нас что, только осталось 3 энергии, и все? Как-то быстро, я только раскочегарился. Ну что же, давай топовый отряд, друзья мои. Тут все очень быстро будет, поверь мне. Тут выпускается кракен в виде Ронина. Вот так вот он делает. И дальше начинает всех просто стругать. Опа. Ну ей повезло, у нее просто, ребята, сработала отложенная смерть. То есть она как бы погибла и в то же время не погибла. Это второй шанс называется. Он даже может не только второй, он третий шанс может. То есть несколько раз ее можно убивать, и она может опять воскрешаться. Тут даже не обсуждается, ребята, это топовый отряд. Против него может, как сказать, выстоять только единицы. Я знаю только два отряда, которые могут выстоять. То есть наказать. И то не из-за физической силы, а из-за скорости. То есть я элементарно не успеваю просто призвать бойцов, и они меня распетрушивают. Да чтоб тебе опять это... Так, давай, родной. Не пугайся только. Через... Обожаю вот это вот отражение. Просто имба какая-то. Если она врубает отражение и по ней делает атаку, вся эта атака возвращается, естественно, в того, кто ее делает. То есть это вообще топ. И я очень жду, ребята, когда же здесь появятся новые юниты. Потому что ячейки под новых юнитов есть. Разработчики игрой занимаются. То есть они ее не бросают. Но почему новых юнитов нету? Я думал, что в этом году, перед Новым годом, они все-таки внедрят кого-то из новеньких. Но, к сожалению, такого не произошло. Так, ну что, у нас... Подожди-ка, может быть... Сейчас посмотрим, может быть, где-то энергия откатилась. Нет, абсолютно нигде, ребята, нету. Значит, последний бой мы с тобой отыгрываем и будем уже закругляться. Здесь, по идее, бог ветра в этом храме обитает. Это именно его храм. Но я думаю, что он не выйдет. И вот эти вот фонарики, бубенчики, по-моему, по усопшим душам. Так, стоп. А я так и думал, что напугает меня Ронина. Давай, выходи. Вот это вот плохо, ребят. Нам надо делать вот так вот. Ай-яй-яй-яй, вся моя ульта пошла. Ну, в принципе, нормально. Когда вот, вот так вот самурай стоит и ульта летит, да, лучи. Лучи бьют в первого противника. А так как Ронин не считается погибшим, точнее самурай, а стоит в истерике и бьет, все лучи вот эти лазерные от башни летят именно в него. То есть летят в холостую. Оу, бог ветра, а что это я про него забыл-то? Ну-ка, влупляем. Вот и все, допыхтелся. Старый пердун. Есть. Вот так вот мы сегодня поиграли в Tower Conquest. Вы просто просили в комментариях, я читал уже давно, просите. И вот решил, ребята, так сказать, на сон грядущий поиграть немножечко. Так, ну что? Видишь, ячейки есть. Вот здесь нету. Вот занежить нету. Ну, занежить и появились у нас новые бойцы. Ты это прекрасно помнишь, прекрасно это видел. А вот здесь... К сожалению, никого нету. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!